Здравствуйте, меня зовут Сергей, и вы на канале Gear and Company. Сегодня я хочу рассказать вам о нашем новом топовом луке, луке модели Saturn, который предназначен для 3D Archery. Итак, лук Saturn. Сейчас у нас еще в чехле, распаковываем и смотрим комплектность. В комплект входит, собственно, чехол, затем непосредственно лук Saturn, лук укомплектован тетивой, с глушителями и скринскипер, то есть ремешок для крепления тетивы в походном положении. Итак, первым делом одеваем тетиву. Здесь нужно очень внимательно следить, чтобы тетива ложилась четко в желобы на кобылках. Итак, лук готов к работе. Лук Saturn. Короткий рекурсивный лук для соревнований по 3D Archery. Этот лук имеет короткие рекурсивные плечи, которые гарантируют быстрый вылет стрел, удобную пистолетную рукоятку, прицельное окно с полочкой, докроновую тетиву, также на которой установлены глушилки, которые гасят вибрацию, и на плечах дополнительно установлены кожаные накладки, которые дополнительно гасят вибрацию. Лук Saturn представляет собой многослойную склейку из стеклопластика на деревянной основе. Конкретно этот лук использует немецкий стеклопластик для армирования и основа из шпона американского ореха. Кроме того, может быть использован шпон белого ясеня или красного дерева под заказ. Рукоятка представляет собой твердую вставку из ценных сортов древесины. Кроме того, сами плечи лука являются полностью активными по всей длине, что повышает скорость вылета стрел. Так, что же такое полностью активные плечи у луков? В старые времена у прототипов этого лука плечи имели жесткую вставку, изогнутую на конце, и поэтому активная часть плеча составляла небольшую часть этой общей длины. В наше время современные технологии позволяют изготавливать полностью активные плечи, которые изгибаются по всей длине. То есть лук работает максимально эффективно. Рукоятка лука Saturn имеет форму максимально удобную для точной стрельбы. То есть у него, во-первых, ортопедически выверенная форма, удобная для удержания. Во-вторых, рукоятка имеет прицельное окно с полочкой для накладывания стрелы. Именно поэтому такие луки делятся на луки для правшей и для левшей. Теперь о самом главном. Для кого же предназначены такие луки? Такие луки лучше всего подходят для соревнований по 3D Archery. Когда стрельба ведется в полевых условиях, в лесу, в зарослях, в кустарнике. Это очень компактный и быстрый лук, его длина всего 52 дюйма, что высоко оценят любители такого вида спорта. Всего хорошего, друзья, удачной вам стрельбы, надеюсь, наше видео было вам полезным. Подписывайтесь на наш канал.